Привет! Ни для кого не секрет, что 31 октября весь мир отмечает Хэллоуин. По такому случаю я решил составить топ жутко интересных и актуальных образов на вечеринку. Пятое место. Большинство идей из кино и мультфильмов. Лично мне нравится копировать реальных людей. Просто представьте, вы идете на вечеринку в образе президента или известного музыканта. Круто же! К тому же в магазинах карнавальной продукции можно найти немалое количество масок знаменитостей. Номер 4. Аниме-сериал «Покемон» идет до сих пор больше 20 лет. Кажется, ни одно поколение знает о персонаже Пикачу, а в 2019 году про него вышел фильм «Детектив». Это ли не повод разукрасить себя как Пикачу и одеться во все желтое? Или заказать костюм зверька? Вы точно будете оригинальны. Бронза достается образу для девочек, ставшим популярным еще в 2014. В этом году вышла новая часть о диснеевской колдунье Малефисенте. Если долго ждать доставку костюма с рогами и черным обличием, делаем макияж, как у актрисы, и бубляшики волос. Интернет в помощь. Стоит сказать спасибо Анджелине Джоли, главной актрисе картины. Именно благодаря ее игре образ Малефисенты стал таким популярным во время Дня Святых. Знаете, у кого я отобрал этот шарик? Пеннивайз вернулся! Благодаря триллеру «Оно 2» этот злющий клоун расположился на второй строчке нашего топа. Образ подойдет как девушкам, так и парням. Отличительные черты грима, две вертикальные полоски, лицо в муке и красный нос. Готово! В магазине карнавальной продукции костюм клоуна будет стоить совсем недорого. Наверное, вы догадались, кто на первом месте. Сейчас приду. Все верно. Джокер. Благодаря картине Тодда Филлипса грим Джокера будет мелькать на каждой вечеринке. Стоит отметить и предыдущие части, где образ героя воплощен по-разному. Джокер Джареда Лето носит улыбку в виде тату на своей руке, а полость рта Хита Леджера была и вовсе разрезана. Теперь я всегда улыбаюсь. А грим и зеленые волосы – это главная фишка Джокера. Осталось дело за малым – найти зеленую рубашку и яркий пиджак. А кем вы себя видите в праздник Дня Всех Святых?